хочешь, снимай, я буду молчать. Я снимаю, снимаю. Да. Только меня не надо показывать. Не-не. Только холст. Кобальт зеленый, кадмий красный, с белилами. Скажи хоть что-то. Глубко нет. Отлично. Глубко нет в разбеге. Это что? Кобальт фиолетовый, блока нет.
это что? Небесная голубая с белилами. С кобальтом фиолетом. И с кобальтом фиолетом. Марс. Фиолет.
Кулачок. Я сейчас лежа буду. Хорошо. Еще я так вот так отпустил.
влажными. Thank you.
Вот это действо называется медитативный блок живописный. То есть вы можете найти брызгалки легко и просто накидать крылышки вот этих ромашковых листиков, и у вас получится белое облако. Но все-таки они должны быть один вправо, один влево, вбок, вниз и в тень. В тени немножко кобальт-фиолетовый арарат, потемнее листики. И вот так можно по чуть-чуть добавлять ромашек.
всех рады приветствовать в мастерской Елены Ильичевой и Владимира Ильичева. И сегодня мы заканчиваем картину, посвященную ромашкам. Вот у нас есть графика ромашек. На латыни она называется матрикария. Это аптечная ромашка, которая обладает очень хорошими качествами лечебными и еще и красивая вдобавок. Эта работа тянет на тихий, спокойный и даже где-то примитивный символ. И вот я сейчас вам прочитаю, как мы эту работу назвали и примерно какие задачи у нас на заканчивание этой работы предстоит выполнить. Эту работу мы назвали «Шатаясь в изобилии». Сноп ромашек стоит и шатается под ветром, под солнцем, под воздухом и укореняется в землю, а здесь две лошадки, можно им дать имена, как у Гребенщикова, одну звать Евдондосия, а другую Снандулья. Там где-то домики, деревца, небольшая речечка течет, да, все это очень тихий нижний пейзаж, то есть пейзаж, который с низким очень горизонтом. Почему бы нам не сделать пейзаж высокий? Вот прям просматривается здесь высокий пейзаж. Да потому что если мы сделаем пейзаж на уровне своих глаз, то монументальность вот этого дерева ромашкового потеряется. То есть мы не сможем лечь вот сюда вот и смотреть на небо и на ромашковый вот этот вот блок, пучок. Сейчас я вам прочитаю, вы поймете. Очень важно вместе с названием еще иметь текст, о чем бишь мы хотим. Это символический пейзаж. Летний вечер в деревне. Кто не мечтал после суеты повседневности упасть в цветущие полевые цветы и, раскинув руки, соединиться с голубым куполом неба? Полевые ромашки кажутся неимоверно высокими деревьями, а полет маленьких стрекоз – природным танцем. Можно еще стрекозок маленьких порисовать еле-еле. Ну вот сейчас я вам покажу, что мы уже сделали. Значит, мы научились первый раз в этой работе использовать подготовительный подмалевок из сахара для изображения цветов. Помните, да, что вот это все вот эти брызги – это сахарные такие предварительно перед подмалевком брызги зубной щеткой и вообще вот так рукой, в общем-то. И из каждой дырочки потом помытого сахара мы сделали ромашки. Как их делать? Легко, да, вот тоненькой кисточкой, просто белилком. Изобразили вот, да, вот эти ромашечковые листики беленькие. Вот. Внимание, если в свету чистые белила, то в тени кобальт-зеленый, кадмий-красный белила. Вот они, да, в тени белая, чуть-чуть серенькая делается. Дальше, очень важная вещь, используя примитивное простое мышление, мы попробуем вовремя остановиться. Почему не хочется дописывать эту работу до последней ромашки, до последней травинки, до последнего деревца? Потому что мы даем возможность зрителю домыслить эту работу, да? И даже если где-то есть ошибочки, да, там наезд одной ромашки на другую, да, неправильное может быть переплетение веревки, может быть у лошадок слабая там освещенность, может быть, где-то грязноватый подмалевочек, да? Пусть будут ошибки. Без ошибок произведение искусства не существует.
Но преимущества вот эти, да, свет на этом шаре ромашек переплевывает все, переигрывает все ошибки, понимаете? Здесь вот идет сильнейший восторг, и человек уже как бы на эти ошибки маленькие не обращает внимания. Вдруг два человека здесь пошли, да, какие-то. Не убираем их. Это тянет на территорию современного искусства, там, где проглядываются еще какие-то подмалевки, может быть, фигуры, может быть, лица, может быть, животные. Вот летит дракон, вот я чувствую, рыба какая-то плывет по небу. Вы понимаете, человек, особенно ребенок, он в воображении будет вот в этих вот капельках искать еще какие-то визуальные образы свои. Вот в этом пятне будет искать, да? Почему так хорошо делать предварительный подмалевочек? Потому что вот так вот кистью не сделаешь. И последнее, что я вам рассказываю, это, конечно же, давайте сейчас намесим лак. Голубая ФЦ, краплачок розовый. Еще один цвет, которого здесь не хватает, немножко фиолетоватый. И пройдемся вуалькой. Вот я уже везде прошлась, а вот там вот, сейчас только я возьму носок, который я отдала Вове, и куда он его дел, да мне. Вот, и вот там, где беленькие капельки, можно еще одним цветом, вот давайте еще чуть-чуть краплачка розового. Видите, здесь фиолетовых мало. А мы хотим чуть-чуть фиолетовых, потому что солнечное освещение, оно предполагает фиолетовые тени. И вот, допустим, вот это пятно сильно светлое, а я его, видите, фиолетовеньким. Потом вот эти пятнышки беленькие, что они делают на теневой части? Давайте их и тут же вытираем. И, в общем-то, везде, смотрите, там, где вам хочется еще белый холст, чем-нибудь как бы притушевать, то возьмите какой-то цвет, который вам хочется еще здесь. Вот здесь вот смотрите, да? Поэтому надо тоненькую колонковую кисточку, чтобы вы попали именно в эти дырочки. Они будут как у Михаила Врубеля рассыпавшиеся мазочки. Помните, когда он рисовал девушку в кусте сирени, да, там ее лицо было тоже как цветок, еле-еле просвечивается сквозь сирень. Так. А мы с вами вот этими мазочками маленькими даем световоздушную такую игру света и тени. Вот здесь вот смотрите, да, вот эти беленькие мы берем и убираем. И тогда ромашки еще ярче будут. Тогда вот белые листики ромашек будут претендовать на самое первое восприятие. Вот. Вот здесь, смотрите, хочется, да? И введение еще одного цвета позволяет еще ярче это все сделать, так? Можно чистой голубой ФЦ. Видите, вот здесь немножко есть чистой голубой ФЦ. А ну-ка давайте вот здесь чуть-чуть. И отстраняемся и смотрим. Так. Где еще можно? Да вот здесь, да, фиолетовеньким. В тени, да, череночки. У лошадок можно немножко полутон сделать фиолетовеньким. У домиков. Смотрите, чтобы чисто белые кусочки холста все-таки были немного пробиты фиолетовеньким. Так, здесь хорошо. Здесь не надо темнее, пусть так будет. Тень снопика встречается со светом неба. Свет снопика встречается с темнотой неба. Ну, хотите, можно немножко утемнить кое-где. Дальше. Что-то еще хотела вам сказать, помимо вот этих мелочей. Есть такое понятие,
как сюрреализм. Когда человек в своей фантазии убегает дальше, чем могут его догнать другие люди. Ну, кто баловался этим? Конечно же, Сальвадор Дали. Вспоминайте его свисающие часы, вспоминайте его жирафа, из которого выдвигаются ящички из шеи. Да? Вспоминайте его работы с профилями людей, которые превращаются в вазу. То есть фантазия распирала во все стороны, и Сальвадор Дали как бы стал таким не то что полусумасшедшим, а очень, как вам сказать, запоминающимся необычным художником, потому что он смог воплотить воображаемые, небывалые сюжеты там, где человек мог все-таки поместиться своим реальным разумом, да? Хоть немножко он смог все-таки эту жирафу воспринять, да? Поэтому давайте-ка немножко сделаем сюра. Сделай вид, что налетел ветер, да? Налетел ветер, и вот они, наши ромашечки. Как-то шатнулся, да, шатнулся вот этот весь блок, и вот наши ромашечки начали падать вниз. Опадать листики начали. И так как у них вот эта серединка очень тяжелая, они вот так наклонялись, да, тяжеленьким, а их листики служили как парашюты. И вот они летят, да. Вниз. На лошадок летят. Вот, смотрите. Надо еще тоньше кисточку взять. Возьмем тоньше кисточку чуть-чуть, ладно? Единичку возьмем. Чтобы у нас один мазок был. Вот он, тоненькой ромашечкой. Летит. Вот тоже, видите, серединку нарисовала. Некоторые серединки не кадмий-лимонный, а кадмий-лимонный, кадмий-оранжевый, да, такие прям. Вот, летят вниз, да. Что еще можно сделать? Смотрите, давайте лимонку. Сейчас надо свеженькую лимонку выдавить. Сейчас, 2 секунды. Нам нужна свеженькая лимонка. Так. И изумрудочку туда, в лимонку. И лучок туда, смотрите. Сделали такую майскую зеленую себе. Хотим немножко белил туда дадим. И череночки. Хоть немножко. Вот здесь вот есть немножко. Давайте у основных. Так, вот у этой есть. Еще хочется белилок туда. Еще лимоночки немного. Лачок обязательно, чтобы хорошо рисовалось. И вот, допустим, она оборвалась, эта ромашечка, вместе с череночком летит вниз. Вот это вот элемент сюра, да? Нам Алла Чекир подсказала, что так можно делать, потому что это у нее в картинах всегда падают с неба цветы в виде дождя или снега. Да, помните Алану работу. День влюбленных, там, где у нее вместо снега на орликинчиков влюбленных летят подснежнички. А мы здесь вот используем этот принцип, как будто бы с неба тоже в виде такого солнечного дождя сыпятся маленькие ромашки.
Кстати, Сальвадору Дали все подсказывала его возлюбленная Гала. Она обладала знанием тонкого мира, и она ему придумывала картины. Она его вдохновляла. Недаром, что после ее смерти Сальвадор не написал ни одной работы уже. Потому что придумать картину – это очень... Надо обладать видением таким, знаете, интересным видением, которое необычное, которое другие люди не видят. Так, а вот кто-то здесь вот размазался у меня, какая-то ромашечка. Сейчас мы ее подправим. И немножко череночков. Переплетение череночков тоже дайте. Здесь можно до бесконечности делать еще ромашек, но вовремя остановиться — это значит быть мудрым художником.